Привет, я снимаю третий эпизод, город Ваггинг ам Зее, на озере. Это вот отсюда прыгают в воду, и там есть лесенка спускаться. Ну давайте покажу обзор. Это уже третий эпизод, два снял, это третий. Кстати, кто живет в Ваггинге или поблизости, напишите ваши комментарии, как вам понравилось. Я тоже живу в Баварии, и я хотел бы общаться с русскоязычными людьми. Я думаю, нам всем будет интересно о чем-то поговорить, обмениваться информацией. Так что пишите мне комментарии. А в конце видео я скажу свой имейл. Не буду долго женщину снимать, а то может, потом скажут что-нибудь такое этакое. Так, вот здесь беседка это. Еще одна. О, прыгает как. И вот там прыгают, и здесь, где я стою, тоже прыгают. Но там, мне кажется, поглубже. Потому что здесь дети прыгали, они ушли. Интересно, мужчина в тенниске пришел, в трусах. Не знаю, видно бы, нет, без брюк. Так смешно. Ну, в смысле, я давно на пляже не был. Может, мне смешно. Он на лодке плавает. В общем, если вы живете в Ваггинге или поблизости, кстати, я живу в Траунштайне. Пишите ваши комментарии, пообщаемся. Мне хотелось бы общаться с русскоязычными людьми. Есть о чем поговорить, обменяться мнением, информацией. Поэтому пишите комментарии. Или пишите мне прямо на e-mail. У меня простой e-mail. Наверное, в описании я его тоже напишу. Там, где описание будет. 35EM значок собака mail.ru 35EM значок собака mail.ru. Не знаю, что она там ловит. Мальков, что ли? С таким серьезным видом. Ну что, если нравится, ставьте лайки, посылайте это видео знакомым и пишите мне комментарии либо на e-mail. С вами был Эмиль Карлсон.